Всем привет! Обычно я делаю такие обращения в конце видео, уже после кавера, но сейчас хочу сделать исключение из этого правила. Этот кавер я записываю, в общем, со второго раза. А что пошло не так в первый раз? В первый раз я немного переоценила свои возможности в перепевании криков из коридора. В результате получились такие гениальные кадры, как вот этот. Если хочешь, то кричи, заглушай эту боль. Я считаю, это шедевр. Я считаю, он однозначно заслуживает того, чтобы находиться в начале этого кавера. Потому что, ну, звезды сошлись, ребят. Поэтому ацетилсалициловая кислота. Вишневский, Олег. Дубль второй, начинаем! Жалкая картина, больно где-то справа.